Вот ховал перед антикоррозийной обработкой. Пользуюсь моментом, пока сняли колеса. Покажу вам, что снизу подвеска задняя. Подкрылки идут с завода такие вот. Вот подкрылками вот так вот. Опять же герметик. Тоже вот чем-то обработано, каким-то покрытием эластичным. Так, тут темно, не знаю, будет ли видно. А как этот состав называется? Глицерин. Ну, если будет это механическое повреждение, там пенек, камень, ну такие, он, конечно, сотрется. Вот. Эластичный на все время остается, да? Да. Ну, лет на 5 точно. Ну, под подкрылками даже еще на дольше, да, будет держаться. А днище уже в зависимости от того, як людина їздить буде.
Это для скрытых полосей, да? Да, да. Вот цемент такой жирный. Угу. А це для наружных. И вы тоже под давлением пистолетом цим задуваете, да? Да. Ну а так по машине, что вы скажете? Вы же уже, наверное, долгое время задуваете там Hyundai и вот это все. Ну. Как ваше мнение вообще? Смотрите вы вот под подкрылками, металл, именно качество. Уже соответствует какому-то? Эти уже лучше. Эти лучше, да? Да, чем те первые китайцы швы. Hyundai, на сожаление, хорошие. Они идут в одну линию с японцами. А вот немцы уже намного отстают насчет этого. Немцы ржавеют. Собрать, говорят, что через год, два, через три сгниет хавал. Как ваше мнение? Нет. Тут же нет. Тут качество грунта уже достаточно такое. То есть время покажет, но вот как такового, что там не видно, что оно там через год сгниет, да, тем более. Обрабатывать желательно, вот это антикор делать. Да, желательно. Ясно, спасибо. Ну, особливо це 30-ті. Люди ездят уже сколько, 3 года, то я не бачу, мол, якщо ржавчину. 3-4 года, то... Ну да, эти пока только новые автомобили, поэтому время покажет. Да.